Создаете генеральный центр спортивной подготовки сборных команд, тренируются на полуфинал. Итак, мы продолжаем нашу прямую трансляцию 14-го международного турнира по вольной борьбе Дмитрия Петровича Коркина. Юбилейный турнир. И перед нами борцы весовой категории до 70 килограммов. Албан Авакумов и его соперник из Монголии, да? Да, Булгун. Да, Бачулун Булгун. Здорово. Есть, да, забирают еще 2 балла. Уверенно, молодец. И, кстати, после этой схватки мы обязательно останемся здесь, потому что у нас будет самый дальний, наверное, гость из Перу, что ли, да? Да, из Перу. Сиксто Мигель Акапиния Педрагас. О, надо будет дать уважение, да. Обязательно. Самый, и из Венесуэлы у нас тоже есть парень. Да, Перу, Венесуэла. Последние они вот включились. Вначале было у нас там 13 стран, и потом Перу и Венесуэла добавили свое участие. Албан Авакумов пока уверенно ведет. Это второй уже период. И счет схватки 5-0. Как да, он может тоже навязать свою борьбу. Очень интересный борец. Тоже может конкуренцию составить в этой весовой категории. Да, он такой, его еще называют кладочником. Он умеет на туше выигрывать. Бросковый бывает. Здорово бросает. И прям на... Ну и вид у него такой непоколебимый вообще. Да, да. Уже из спортивной тоже семьи парень. И еще 2 балла сейчас. Еще 2 балла, да. Уверенно выиграет. Также в Монголии это, наверное, спортсмены, которые остались получать опыт. Ух ты! Да, еще красиво. Забирает. 9-0. Да, последнего не хватает. Недавно же стенка была, проходила у вас, да, в республике. Монголия-Якутия, матчевая встреча. Да, 7-0 вы с большим вообще отрывом выиграли, никому шансов не дали. Я думаю, Монголия здесь же после стенки на стенку остались, бойцы их не да, и набираются опыта уже на таком международном турнире. Ну, Монголия тоже наш постоянный гость на наших турнирах. У нас еще очень хороший, красивый турнир. Это Роман Михайлович Дмитриева весной проводится среди спортсменов до 21 года. Да? И, уникальный турнир. Таких международных турниров среди молодежи вообще на самом деле практически нет. Да? Очень много имен появилось, кстати, на этом турнире тоже. Много ярких борцов. И да, последний дорабатывает, забирает последний балл. Это чистая техническая победа Албана Авакумова. Он идет в следующий круг соревнований. Тоже весовая категория до 70 килограммов. Как мы уже говорили, это для нас, наверное, самая интересная весовая категория. Для всей я вот уже 125 уже посмотрел. Да. Уже. Сейчас уже ждешь. Понравилось, да. Скорее бы опять 125. Но 70 здесь у нас, друзья, и Константин Капрынов, здесь и Виктор Рассадин, и Загир Шахиев, и Курбан Шираев. Так будут очень такие шикарные встречи, будут схватки. Итак, далее у нас, как мы говорили, самый гость из Латинской Америки. Так что, наверное, посмотрим Америка. Тоже весовая категория до 70 килограммов. Сиксто Мигель Акапиния Педрагас из Перу. В красном трико, это ковер С. Остаемся на ковре С. Вот он уже на ковре. И его соперник из Ирана. Да, Мохаммед. Сборной. Иранец Мохаммед Бахши. Но мы знаем, что и в Латинской Америке есть борцы, да, и в Бразилии, в других странах. Особенно, конечно, Куба. Куба, да, в Кубе, конечно, там хорошие тоже борцы. Жалко в этом
не приехали. Да, в прошлом году оба спортсмена из Кубы вышли в финал нашего турнира. Помните, да, Рейнери стал чемпионом, весит до 125 килограммов, призер Олимпийских игр. А его младший, да, Артега, он в финале уступил Ариану Тютрину. Но блестяще себя показал тоже, отличные схватки. Конечно, жаль, что в этом году кубинцев у нас нету. Это блестящая тоже школа борьбы. Конечно, это советская тоже, да, школа. Тот же бокс, борьба очень развита в этом небольшом государстве. Хорошо, хорошо. Защищается. Чувствует край ковра уже. Молодец. Должен был соперник вытолкнуть из Ирана, но да, забирает один балл. Вот такой вот колоритный парень, да, из Перу. У нас уже, ну, давно, наверное, такого участника у нас не было, из такого далека. Тоже Перу. Опять, да, прессингует, еще выталкивает за ковер, еще забирает один балл. Ну, Иран, конечно, одна из сильнейших, опять же. Да, сейчас в последнее время они очень сильно набрали форму, пока России не было. Они, конечно, вырываются сейчас в лидеры. Вот. Два года назад, ну, после Олимпийских игр в Токио, можно было смело говорить, что Россия держава номер один в вольной борьбе, да, но сейчас прям очень сильно набирает Иран. Америка и Индия тоже сильно набирает. О, кстати, Иран, да, три победителя первенств мира. 92 они... Амир Хусейн Фируспур, 97 Абалфазл Бабалу и 125 Мирреза Масуми. Это вот в составе этой команды приехал вот Бакси тоже. Ну, понятно, что он, значит, лидер молодежки, да? Да, лидер молодежки хорошо тоже набирает. Подошел к нашему столу Леонид Николаевич Спиридонов, министр по физической культуре и спорту. Пожелал удачи на нашей работе, чего мы тоже пожелаем и Леониду Николаевичу. Здесь, конечно, очень большая работа проводится. Организационная работа. Да, организационная работа на самом деле проводится на высшем уровне. Вот даже в тяжелый год, в коронавирус, на прошлогодний созвать в такое тяжелое время 13 стран, а сейчас и вообще побить. Сейчас 15 стран участвуют. На самом деле многие какие тоже международные турниры в Дагестане посетил, но столько стран пока удается, конечно, собрать только Якутску. А на центральном ковре у нас борется чемпион мира, друзья, Давид Баев. Да, со спортсменом из Турции. А, кстати, продержался период наш перуанец, парень. Да. Во втором надо попробовать включиться, да, можешь баллы какие-то взять, попробовать. Он даже пытался, да, вот видите, он как... Да, у нас на центральном Давид Баев и Исмет Чивчи. Ух ты, пытался бросать. Да, попытался. Плотную кочергу, конечно, взял. Вот 9-0. Бакши пока ведет. Было бы здорово, если бы все-таки сумел взять наш гость из Перу. Но, возможно, вот это поражение даст ему возможность еще раз побороться, да? Потому что Бакши, я думаю, тоже непростой парень. Хотя 70 килограммов. Да. Можно переключиться на ковер Б, посмотреть чемпиона мира Давида Баева, Северная Осетия, Алания. Сейчас давай. Второй период будет и встреча чемпиона мира. И еще она международная идет. Спортсмен из Турции. Да, на центральном ковре посмотрим. Давид Баев, мне понравилось, как он боролся. И на России тоже, да? Да, у них, кстати, очень интересные схватки. Они показывались с Разамбеком Жамаловым. Да. Прям одно заглядение смотреть было их схватки.
Ну и за бронзу, да, я помню, он выиграл тоже в простой схватке. Да, здесь вот такой счет тоже 11. Анзором за Ковил, по-моему, боролся, да, за бронзу? Да. Очень непростая схватка была. Ввел сначала его соперник, но потом вернулся Давид Баев. Показал характер. Смог вырвать победу. Да, дорабатывает так. Оп, видите, как делает? Вытягивает в центр, чтобы не один балл, а максимально получить оценку. Два балла. Да, что-то такого. Да, есть два балла. Да, это представитель Турции. Да, взял моментальный захват. Скрестный. И делает накат. Техническая победа Давида Баева. Поздравляем. Да, видим мы, что он представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Является он воспитанником осетинской школы. Давид Баев. Это вчера у нас была вечерняя прогулка по Якутску. Вот Давид Баев к Якутску подготовился, взял куртку. Мы все мерзли. А Давид Баев в курточке, в капюшончике. А, кстати, сегодня у нас похолодало. Вчера, позавчера было тепло. Сегодня уже не такая комфортная погода. Уже ветрено. Так что всем болельщикам, кто придет на вечернюю программу, посоветуем потеплее одеться. Очень много болельщиков, да, прямо с утра сегодня. Да, у нас в начале два центральных сектора было заполнено. Сейчас уже две баклушки начинают заполняться. Ну и понятно, что по телевидению, по социальным сетям, YouTube-каналам и так далее тоже очень много любителей вольной борьбы следят за ходом наших соревнований. Да, Давид. Не доработал Давид. Я думал, это победа. Да, забирает еще все. Здесь 2 балла. Это уже 15-4. Счет уверенная. Техническая победа. Поддерживает тоже его. Болельщики знают хорошо. Кстати, мы видим флаг Осетии тоже на трибунах. Видишь, да? Вот. Да. Вот вверху вижу, прямо на центральных трибунах есть флаг Осетии. Я думаю, что будут и на финалах много других тоже флагов. Будут поддерживать своих ребят и национальные сообщества, да. Если сегодня с утра вот так много народу, я вот думаю, как на финалах мы сможем поместить всех желающих или нет. Я думаю, триумф вместить, но будет очень тяжело прям. Накал страстей здесь. Так что посоветую завтра пораньше все-таки приехать, чтобы машину припарковать и добраться, взять билеты, найти место. Здесь у нас международная схватка. Кыргызстан, Россия, Республика Саха-Якутия, Павлов, 74, Аражбеков. Кстати, вот, да, Аражбеков, который выиграл Тимура Николаева, да, в квалификации. И его соперник, тоже Республика Саха-Якутия, Михаил Павлов, молодой борец. Герой опыт, наверное, выступление на таком уровне. Да, будем смотреть и на других коврах, да, кто у нас борется. Кстати, интересная схватка и 61 на ковре. Должна вот Артем Слепцов, Алдар Манкуф, они уже отборолись. Кто сейчас на ковре? Надо посмотреть. К сожалению, табло нам не видно, да. Нет, а Монголия у нас борется. Монголия, точно. Сейчас посмотрим. 61. Уже, да, к сожалению. Эту схватку мы упустили. Ахмед Идрисов. Да, следующую нам надо в любом случае на финалиста прошлогоднего Коркинского турнира переключиться. Это на ковре А, на ковре С посмотрим. Сейчас сборная Армении и сборная Республики Саха-Якутия. Шов и Ахмед Идрисов.
Хачатур Папикян, Андрей Румянцев на коврице. Далее наши борцы два будут. Курман Шираев потихоньку подходим. Да, потом уже, наверное, будет, надо будет посмотреть. Но здесь я думаю, что все-таки схватка будет не такой интересной. Возможно, да? Да. Ну, еврейский к Виктору автомат. Рассадину, наверное, мы ближе вернемся. И Константин Капрунов тоже сразу выйдет. И Владислав Кривошапкин. Там уже да, здесь Виктор. Да, здесь прям интересные схватки сейчас у нас. Да, мы пока вот эту схватку завершим и вернемся на ковер А. Да, ковер А у нас сейчас будет интересная схватка. Будет бороться Ахмед Идрисов Валентином Брунашовым. Ну, конечно, Идрисов это сборная России. Да, это сборник. Ахмед Идрисов. Буквально недавно совместно с ПВЛ Лигой, да, и Кубок Сотружества. Занял первое место, он боролся на данном турнире 61 килограмм. Финале. Да? Да, Ахмед Идрисов стал чемпионом Кубка Сотружества. Вот тоже хорошие там призовые были по 5000 долларов за первое место. Вот. В финале должен он был бороться да, с Магомедом Башировым. Мы должны сейчас перейти на ковер А. Да, попросим режиссеров, чтобы мы все-таки перешли на ковер А. Ахмед Идрисов. Да, Кавераном. И Валентин Бурнашов. Вот они перед нами. А, нет, это пока еще борются. Пока да, еще, Папикан да. И... Да, два спортсмена из Монголии. Нет, нет, нет. А, да, вот, вот мы вернулись. 4-0 в пользу Туменбелега. Как сетка их, да? Да. По новой технологии прям. Кстати, и по одной сетке в этой весовой категории в 61-4 монгола. И по верхней сетке два монгола друг с другом попались. И по нижней сетке два монгола друг с другом попались. Ну, чуть не повезло, да. Да. Наверное, они все-таки хотели на других, да, попасть. Да, конечно. Опыт получить с другими борцами. Выхода Ахмеда Идрисова. Вот он перед нами, Ахмед Идрисов. Готовится выйти. Да, Гаджимурат Амаров будет секундировать его. Очень-очень опытный борец, международник уже. Валентин тоже молодой. О, сразу делает перевод, сразу 2 балла. Молниеносно. Один из лидеров этого веса в России. Так, берет накат. Говорит, да? Да, конечно, однозначно. В прошлом году они в финале... Сабас Галимов, у них матч, реванш такой. Да. Такая тоже непростая встреча была для Гаджи, который является сегодня в этом весе не просто лидером России, а лидером в мире, да? Лидером мира, да? Да, лидером в мире. И на чемпионате России он, кстати, получил специальный приз, да? Да, специальный приз. От Хабиба? Ну, нет, Хабиб Нурмагомедов, он в своей весовой категории Евгений Жирбаев там получил специальный он приз от Хабиба. От этого тоже, другого тоже бойца, да? Да.
Так, еще 2 балла берет Ахмед Идрисов. Все под его диктовку. Уверенно делает переводы, забирает 2 балла. Школа УОР Хасавюрти. Ахмед, да, Идрисов? Да. Там занимается Башир Магомедов, Аббас Гаджи Магомедов, Далгат Абдулкадыров, все спортсмены. Шамиль Мусаев, 97, тут нам подходил здесь, по сеткам переписывал. Да, сильнейшая тоже школа, Хасавюрти. Да. Хасавюрка по-другому называют кузница борцов. Ох, вот, как поднял. Нет, бал. 5-0. Ахмед Идрисов. Да, тоже защищался на самом деле Валентин. Прям близок был. Проход ноги. Да, отлично. Хорошо разворачивается. Да, защищается. Да, разворачивается, защищается. Очень хорошо Ахмед Идрисов. Был близок к 2 баллам Валентин. 30 секунд, счет 5-0. Для него, конечно, это очень хороший опыт будет. С таким борцом. И снова. Еще сразу атакует и получается, да, же. Второй проход в ноги. И надо было постараться здесь все-таки 2 балла, наверное, да? Или даже больше. Да, можно было 2 балла. Ну, хорошо, хорошо. Добрать. Главное, чтобы набирался. Почувствовал, уверен, да, что, почувствовал, да, что раз прошел ногу, получилось второй, да, раз. Уже дважды прошел. Да. Третий раз проходит. Да, не просто это. Встает. Пройти ноги, да, Идрисову. Здорово. Здесь, наверное, будет свисток. Да, здесь свисток. Первый период завершается. Счет 1-5. Идрисов ведет. 4 балла, но 3 раза удалось пройти в ноги на последней минуте. Да, и включился прям. Сейчас, наверное, и тренерский штаб проработает, что нужно бороться, можно проходить такому титулованному спортсмену. И все получается. Хорошо здесь, да, работал. Ну и защищался хорошо, был близок. Да, вот здесь, то да. Ахмед Идрисов его поднимет на второй этаж и сделает уже там 4-бальный бросок. Сейчас второй период у нас начинается. Посмотрим, как проработает здесь тренерский штаб. Так, мы ждем второй период. Первые секунды. Свисток. Снова проходит ноги Идрисов, поднимает. За спину выходит и 2 балла берет. 7-1 в пользу Ахмеда Идрисова. Так, 7-1 у нас счет. 2 минуты еще остается. Посмотрим, будет ли Валентин делать атаки. Нет, здесь уже в атаку идет Ахмед Идрисов. Хорошо прошел ногу, надо дорабатывать. Забегает, забегает. Да, вот
методично, готов, да? Да. Работает и все-таки своего, да, добивается. Два балла. Два балла забирает. 9-1 уже счет в схватке. Катунула там пара смотрит секунданского гула. Да, два балла не хватает Ахмеду Идрисову до технической победы. Да, и здесь подлавливать. 2 балла. 11-1. Да. Техническая победа Ахмеда Идрисова. Так, наверное, мы уйдем на ковер С, да, нас сейчас там ожидает, да, интереснейшие схватки. Да, Курбан Шираев, Виктор Осадин, Константин Капрынов. Так, на ковре С сейчас два борца из Якутии сейчас борются, да, Владимиров и Мордовской. А далее у нас будет схватка между Иннокентием Бабарановым и Алексеем Вензелем. А Кирилл Корнеев, Чирилов. А здесь у нас Шираев, еще пока... Да, Нурахмаев. Так, ну, можно другие тоже ковры посмотреть сейчас. У нас на экране тоже очень хорошо видно. Анзор Закуев на ковре Б скоро выйдет тоже. И из Армении Армен Мусикян и Айсен Потапов сейчас. Давайте мы на центральный ковер Б перейдем. Все-таки здесь, да, гораздо более интересные схватки проходят сейчас. Очень интересно, кстати, вот, да, сеткой, когда видны, сразу можно посмотреть, кто борется, какой счет даже. Очень интересно. На центральный ковер, на ковер Б просим перейти режиссера. Да, вот. Очень интересная тоже схватка. Да, Мусикян и Потапов. Весовая категория до 74 килограммов. Ты разговаривал, да, со спортсменами, с тренерами Армении, да? Вот. Да, да, да. Привезли тоже хороших спортсменов. Один призер чемпионата мира. Тоже тренер ожидает от них многого. Двоих спортсменов он привез. 70 и 74. Да, activity time дают Потапову, пока Мусикян активнее действует. Да, такой самый олимпийский, как этот вес еще королевский называют, да? Да. Здесь у нас Заурбек Сидаков готовится поехать на мир за 3-м золотом. Да, будем на болеть. Мира. Заурбека в прошлом году еще раз напомню, стал лучшим борцом нашего турнира. Да. В финале, кстати, они встретились с Курбаном Шираевым. Да, Шираев в этом году наверняка настроен на золото, да? Да, ну, с ним, конечно, есть кому, да, побороться тоже. И у Виктора есть шанс, да, вернуться, порадовать республику и взять матч-реванш у Курбана. Он может стать абсолютным рекордсменом, потому что по 5 золотых медалей у Евгения и Виктора. Да. Турнира Дмитрия Петровича Коркина, и он может выйти вперед в этом году. Но сейчас мы не будем загадывать, конечно. Да, посмотрим. Ковер покажет, что да. Сегодня с утра был на телевидении, и вот тоже с Алексеем Базулиным разговаривали. И вот Коркинский турнир, оказывается, рекордсмен по приглашать страны. И на одном Коркинском турнире было приглашено 32 страны. Это максимально. Вот сейчас было на предыдущем 13-15, а вообще было на Коркинском и 32 страны. Да. Но
сейчас, конечно, гораздо сложнее. Да, сейчас, да. Конечно, сложнее. Так бы тоже, я думаю, было бы не меньше 20 там. Да, я разговаривал, если бы все было бы разрешено, там санкций никаких, можно было бы очень много стран, и республика готова была всех привести абсолютно, и американцев, и всех-всех-всех, да. Сюда на турнир. У нас, ну, часто, кстати, да, и американцы боролись тоже у нас. Япония тоже очень сильнейшие борцы здесь боролись. А вот 5 лет тому назад тоже, наверное, один из самых сильнейших составов здесь боролись. Очень много тоже именитых борцов было. И Франк Чамизо, и... Классный турнир был тоже. Да, здесь, конечно, схватка такая вязкая идет. И по одному баллу Асет Потапов тоже сейчас зарабатывает 1 балл. Опять же, за счет Activity Time. Activity Time уже повел в счете. Вот иногда, про что мы с тобой и говорили, это такое техническое движение. Ну, тактическое, да. Да, выгодное для спортсмена вторым получить. При равной борьбе, да, второму Activity выгоднее. 1-1, 2 минуты, правда, еще бороться. Равная борьба идет у борцов. 2 борца в центре ковра. Вяжутся, ищут атаки, швунгуют. Но здесь надо Айсен уже ловить соперников, но контратака, да, на каком-то движении сейчас, конечно, будет больше работать Мусикян, спортсмен из Армении. Он уступает при этом счете, и последняя минута сейчас идет. Так, решающие секунды этой схватки. Айсену постоянно. 30 секунд остается здесь, да. Мусикяну надо прям взорваться. Да, последние 30. Да. А Потапову ни в коем случае расслабляться нельзя, пока прям вот до последней, пока свистка нет, до последней секунды уже защищаться. Нагнетает Мусикян. Да, пытается подводит на ковер. Не хорошо разворачивается Потапов. Нет, выталкивает до последних секунд. Да, есть. А, нет. Ну, здесь, наверное, челлендж пойдет. Там, да. Посмотрят повтор. Мне кажется, все-таки Асен там, да, полная стопа все-таки вышла, да. Угу. Ну, там надо смотреть, да, именно. Да, повтор. Надо вары в замедленном действии все посмотреть. Что сейчас? Если не полная стопа, то... Да, затянули чуть-чуть раунд. И сейчас, в принципе, все вот зависит от этого челленджа, посмотрим. Что судьи сейчас на варе увидят. Вот здесь, наверное, посмотрим. Не, все-таки нет, оказывается, не вышел полностью такой или вышел. Ну, коснулся зоны, мне кажется. А, ну вот они вот так. А здесь тоже и рука, да. Ну, судьи, арбитры, наверное, разберутся сейчас. Сложная вот трактовка. Я вот, насколько я знаю, стопа полностью должна уйти, да, из рабочей зоны. А здесь, мне кажется, все-таки вот, да, наступил-то он рабочую зону. Да. Краешек был фиксирован, да. Все-таки желтую зону. Да. Здесь уже рукой коснулся. Полностью, вернее, вышел. Посмотрим. Вот главный судья в очках. Гульчеев, да? Угу. Валерий Апонович. И Алексей Базулин, по-моему, да, рядом Алексей, с ним тоже, Алексей, да. Базулин, да, вот с ним мы сегодня и ходили. Вот на эфир. Две судьи высокого класса. Да. Одни из лучших судей в России. Кстати, в судействе тоже сейчас много изменений идет. Ну, то есть, вернее, меняется
появляется новое поколение судей, молодые судьи, в том числе наш тоже судья из Республики Саха-Якутия. На всех больших турнирах он работает, на тоже всех лигах Поддубного, да. Судей тоже проводятся Николаев. Такие тренинги, постоянные обучения. Да. И они, в общем, с составом решают, как упростить правила в борьбе. Получается наоборот. Усложняется какими-то моментами. Потому что очень много подводных камней, на самом деле, над которыми работает судейство. Вот Владислав Кривошапкин тоже один из наших молодых судей. Тоже здесь он совещается с судьями. И наш старейшина. Да, старейшина. Салтан Сергеевич Засеев. Награждали его, кстати, на чемпионате России. Сколько-то он чемпионатов России, около там 25-30 чемпионатов России. Вот, кстати, вот Алексей Бузулин, его ученик, наш бывший первый заместитель министра, тоже Чердонов Семен Сергеевич, тоже его ученик. По судейству имеется в виду, это вся его команда. Еще несколько там судей тоже, которые сейчас топовые, да, лучшие судьи России. Тоже все ученики Салтан Сергеевича. Алексей Базулин, кстати, собирается сейчас поехать на мир. Будет там судить. Три судьи. Работать будет? Да, работать будет. Здорово. Он сейчас и попросился тоже, чтобы выйти на ковер, какие-то схватки самому комментировать. Да, ну как перед чемпионатом мира. Да, тренировка. Да, тренировку такую сделать. Он на финалах, наверное, будет работать. Да, на финалах, я думаю, он обязательно будет работать. Вот. Это хорошо, на самом деле от судейства уже очень много зависит, особенно там на финалах, да, чтобы не было ни без сучка, без задоринки. Конечно, чтобы все по максимально правилам, да. Честно, справедливо было, чтобы никакой судейской ошибки не было. Да, челлендж чуть затянулся по времени. Пока 2-1 судьи сами, да, прям там тяжелое решение. Потому что еще и на последних секундах здесь же. Да, насколько нам повтор показали, даже мы со Степаном боимся кому-то балл отдавать. Да, здесь мы можем показать это. Да, если опытные судьи тоже олимпийской категории решают этот момент, все пересматривают. Старейшина подошел, все вот вместе так. Салтан Сергеевич, кстати, очень здорово комментирует. Мы с ним несколько раз уже работали. Он так хорошо знает борьбу, так в ней разбирается. Просто очень интересно с ним тоже разговаривать. Он все тонкости видит. Судьи тоже понимают то, что сейчас от ихнего решения, в принципе, зависит, ну, победа спортсмена. Да, конечно. Кому балл дают, тот, в принципе, и победил. Время остается очень мало. Да, все в предвкушении решения судейского. Да, потихонечку наши спортсмены начали уже остывать. К судьям еще подмога присоединилась. Все-таки. Кежик Чимба выиграл у нас, Кежик Монгуш выиграл пока. Смотрите, какое тяжелое решение, как вот челлендж затянулся по времени, решает. Welcome.
Следующая очень интересная весовая категория и схватка 74 килограмма. Олимпийский вес здесь у нас выйдет Анзор Закуев, Кабардино-Балкарии, да, очень хорошие результаты показывал в весовой категории 70 килограмм, да, и сейчас у него состоялся переход в весовую категорию 74 килограмма. И здесь вот со своим земляком, уже третий турнир подряд, со своим земляком Тимуром Бежуевым они встречаются. И также они здесь идут по нижней также сетке и могут встретиться в полуфинале. Никак их все по сетке развести двоих не могут. Не везет чуть по сетке. Про кабардинскую школу говорю. Анзор Закуев и Тимур Бежуев. Вот. Всегда вместе попадаются. Вот только Анзор Закуев перешел в 74 килограмма. И все, да? Да, и вот они в полуфиналах всегда и до полуфинала встречаются. В общем, всегда с Тимуром Бежуевым. Чуть-чуть, кстати, Анзору Закуеву не хватает для победы. Я думаю, в этой весовой категории он тоже он делает какую-то работу над ошибкой тоже. Но сохранил он свой стиль борьбы. Такой челлендж же красочный. Выигран. Выигран, кстати, да, челлендж. По один все. В пользу. А Мусикяна. Да, все-таки видите, как бы не было, все справедливо. Судьи и спортсмену из Армении дали этот балл. Был заступ, значит, полной ногой. Да, 8 секунд. Сейчас, конечно, ринется Потапов в атаку. Бросается в ноги. Идет в атаку. Последние секунды, 2 секунды да. Остается. Все. Да, терпит. Так, свисток. Да, да, выигрывает. Поздравляем Армению. Ну, интересная схватка была. Да, интересная. Да. Конечно, затянули немного с челленджем, но зато все было справедливо, да, главное. Да, остаемся на этом же ковре. Очень бросковый Крым. Параллельный зачет Кабардино-Балкария. Очень бросковый борец. Да, кстати, сейчас Анзор Закуев против борца из Турции выходит. Да. Ибрагим Метихан Ярпак, Турция. И Анзор Закуев, Крым, Кабардино-Балкарская республика, да? Да. Вот перед вами сетки, кстати, вот порядок выхода, вернее, да, борцов на ковры. На три ковра. Кстати, все зрители, которые находятся сейчас в триумфе, они тоже видят это онлайн-табло. Вот им очень удобно тоже по борцам, по своим там сориентироваться, какой ковер смотреть. Вот и когда выйдет там их любимый борец. Да, все. Ибрахим выходит. Итак, дан свисток. Сборная России и сборная Турции. Схватка интереснейшая, весит до 74 килограммов. Это 1/8 финала. Неполный бросок. Ух ты, здорово как турок-то. Непростой тоже парень. А кто первым там? Мне кажется, все-таки турку надо было дать сейчас.
Константин Сергеевич Засеев, вот, руководитель ковра. Его тоже ученица, кстати, вот тоже помогает Виктории Барашковой, которая у нас на чемпионате России работала в этом году. То есть одна из тоже самых перспективных наших судей. Наряду с... Отдают балл, да? Анзору Закуеву? Да, все-таки Закуев. Вернее, Ерпак первым заступил, значит, за ковер. Турок. Но схватка обещает быть такой интересной. Да, всегда в движении, всегда не застаивается. Анзор Закуев разворачивает, да, режет углы. Вот. Бросковый парень. Да, в захваты с ним очень опасно заходить. С любых положений он тоже ищет броски. Пытается подавливать спортсмен с Турции Анзора Закуева. Полторы минуты пролетело, пока вот такой минимальный счет у нас 1-1-0. Меньше одной минуты бороться. Да, очень равная борьба. Да, такого большого преимущества. Я думаю, все-таки Закуев за счет опыта. Да, оказывается, тоже такой крепенький борец. И на самом деле он подавливает все время. Тоже центр ковра пытается занять. Вот. Молодой, да, видимо, парень. И очень неплохо себя пока проявляет. Первый период 1-0 пока только в пользу Анзора Закуева. Да, это такой, ну, спорный момент был все-таки. Судьи решали, у кого был первый заступ. Да, 10 секунд. С таким счетом уходит на... Да, уходит на перерыв. 30 секунд на отдых спортсменам. Получить советы от тренера. Да, вот атаковал. Показывают повтор. И здесь, да, есть заступ. Тем временем Кирилл Корнеев, борца из Москвы, и выйдет Турбан Шираев, кстати, уже, да? Я думаю, Курбан Шираев долго бороться сегодня. Да, здесь соперник у него, конечно, с еврейской автономной области. Парень приехал за опытом и сразу на чемпиона Европы. Один из лидеров. Да. Да, вот про чем мы говорили. Бросковые от Анзора без броска, ну, невозможно практически уйти. Четыре балла. Ух, смотри. Не-не-не. Да, интересно. Да, балл есть, балл забрал. Турок и работает в партере-то. Неплохо. Крепкий парень. 5-1. Две минуты еще бороться. Анзор Закуева, наверняка помните и по финалу турнира Ивана Ярыгина, да? Ну, я про якутских болельщиков, да? Ага. Они в финале встретились, и
Тараса Интер стал победителем турнира Ивана Ярыгина. Блестящая победа. В общем, этот турнир он на одном дыхании, да, провел? Да, хорошо вообще провел. Схватки показал. Будем надеяться, что и на нашем домашнем турнире себя покажет. Скоро, кстати, они, ребята, тоже наши выйдут. Да, скоро и Константин Копрынов, и Виктор Рассадин. Надо будет обязательно посмотреть, в какой форме подошли к турниру. Да, психологически на самом деле оба. И Константин Копрынов, и Виктор Рассадин просто знают свои сетки, знают своих соперников и готовы показать красивую борьбу. Вот. Я думаю, все, что от них требуется, они выложатся на 100%. А Курбана Шираева, вы помните, тоже по финалу, но чемпионата Европы с Нергуном Скрябиным общались. В общем, здесь все ребята нам хорошо знакомые тоже. Сборная России особенно, конечно. И еще один четырехбальный красивый бросок. Ну, вот, 9-1. Вот, ну, да. Везде броски от Анзора Закуева. Да. Ну просто классика бросков. Очень красиво сейчас. Да. Кстати, со всех положений бросает вообще. Одно удовольствие. Да. Технарь. Анзор. Да, еще есть проход ноги. Дорабатывает. Сейчас 2 балла и да, все. Да, есть. Все, да, 2 балла, 11-1. Блестящая победа. Техническая победа, 2 броска сделал. На 4 балла, да. И вот вознаграждает, видите, сразу болельщики аплодисментами. Это действительно очень красивая победа была. Да, мы попросим на коверце, да, Курбана Шираева посмотрим, а потом Албана Вакумов выйдет против Дмитрия Куприянова из Бурятии. Это весовая категория до 70 килограммов, там будет 1/8. А потом кореец и иранец будут бороться. В общем, интересно, Армения и Таджикистан. Ну и Рассадин выйдет. Против Папикяна, кстати, непростого, наверное, да, вот которого ты говорил, призер мира, да? Кто-то вот из них, или в 70, но, видимо, 74. Он, вот он, по-моему, Папикян, я вот по фамилии тоже знакомая, да? Так, Курбан Шираев. 4-1 пока, первый период держится Нурахмаев, наш сосед из Еврейской автономной области, да? Биробиджан. На поезде приехали ребята. Ну, для них это, конечно, большой опыт. Они посмотреть приехали тоже, себя показать, что называется. И им тоже в дальнейшей работе. Волонтер, да, секундирует? Да. Ну, видимо, все спортсмены, наверное, готовятся к схватке. Я попросил волонтера. Вообще такой опыт, да? Руки там массируют. Волонтер вообще помог на 100% остановиться. Ну, борется, наверное, скорее. Да, знает азы, как надо руки восстановить, чтобы не забились прям. Молодец. Курбан Шираев тоже, ну и как он себя, да, в весах не может тоже найти, 65, наверное, уже большой, да, 70 ровно, но это не олимпийский вес, 74 он уже, наверное, маловат, да? Да. Ну, в общем, такая история тоже знакомая для многих, да, сложно найти свой вес где-нибудь. Ну да, ну значимый такой турнир все-таки на самом деле международный Коркина. 70, все-таки еще 2 допуска есть килограмма, поэтому спокойно, да? Все-таки, да, подготовиться, где-то сбросить вес, согнать и выступить в 70 здесь. В этом весе у него, конечно, больше шансов. Хотя на предыдущем 74 боролся. Ну а
в этом году, кто чемпион у нас был, 74? В этом году? Да. На, на чемпионате России был Черменвали. Да, Черменвали. Я говорю, да, они же вместе все боролись тоже. И Витя с ним боролся, с Черменом на равных тоже он боролся. И на Коркинском, на Ергинском, по-моему, тоже боролись. Я помню, схватка была тоже очень интересная. Вот Чермен шаг сделал, стал через 4 закрепился, стал чемпионом России. Ребятам тоже надо вот так же. Это от этого тут же и удача тоже часто, да, дает. Да, конечно. Кто-то травмируется, у кого-то что-то там получается. Да, кто-то в первой схватке выложит все силы, да, вот по сетке вот не повезло чуть. Да, все силы ты отдал, все у тебя забилось. И конкуренция очень высокая в России. И не попал в сборную России, все, ты уже вне сборов, да, ты уже потеряешь столько что времени, что потом догнать это будет уже очень сложно. Уже надо отдельно работать, как Виктор работал, да, с Романом Власом, чтобы катиться и войти. Для Курбана, я считаю, первая схватка очень удобная, да, продышаться, выйти, поработать, да. Самое сложное, ну, многие борцы, да, говорят, что первая схватка самая такая сложная. Прочувствовать ковер, да, соперника, подышаться, уверенность в себе тоже появляется. Соскучились, конечно, и по борьбе, а на следующей неделе у нас уже чемпионат мира. Да, чемпионат мира стартует. А Степан, ты говорил, что ты все-таки не поедешь, ты будешь именно трансляцию делать, да? Да, да, да. Вот будем, следить за твоими трансляциями, тоже смотреть это будет, да, конечно. Как ты говоришь, часто бомба, да? Да, будет бомба. Будет точно бомба. Очень интересно. Надо будет тоже вот сесть и посмотреть. Да, на Тимура Бижоева мы, наверное, да, перейдем. Нет, Албана Бакумова давай посмотрим все-таки, да, с ними. Хорошая схватка будет с Дмитрием Куприяновым. Тимур Бижоев. Да, ну, ребят, они, я думаю, что в следующих схватках, да, тоже посмотрят. Я не думаю, что он сейчас проиграет или... Тимур Бижоев. А, с Донзаленко, да? Ну, не знаю, можно... И Тимура надо включить, он все-таки у нас, да, ну, давайте, выиграл, да, олимпийского, да, попросим тогда все-таки, чемпиона, да, Заурбека Сидакова на, ну, да, Кубке, да, Сотрудничества. Да, да, да. Давайте. А потом Найфонов еще выйдет, оказывается. Да. Да, на ковре Б все-таки мы переходим тогда на центральный ковер. Посмотрим на Бижоева, на друга Степана. А потом выйдет еще и Артур Найфонов тоже, да, наш уважаемый олимпийский призер. Тоже надо уважить гостя дорогого. Посмотрим, в какой форме приехал. Ну, параллельно мы за Албаном тоже будем следить. Да, да. Что первую красочную он схватку показал, такую уверенную, 11-1 выиграл. Николай Донзаленко, Красноярский край, да? Да. Тимур Бижоев. Краснодарский край. А, Краснодарский. Да. Точно. Земляк. Слушай, Албан Авакумов своей стихии. Он, по-моему, на 4 балла бросил. Да, 4-0 ведет Албан Авакумов. Вот он, да? Да. Уже в первую минуту он на 4 балла бросок тоже сделал. Он тоже, да, парень бросковый раз. Такой, да. Может удивить. Вот, о, видите, да, какой нестандартный. Да, вообще нестандартный, да, как, да, подвернул, да, ногу завернул. Да. И вот сейчас уже в атакующей позиции вышел за спину. Да, уходит, еще 2 балла забирает. Вроде атака со стороны бурятского спортсмена была. Да. Так, отключает плотно. 6-0 идет уже.
Албан Аввакумов. Да, стойка быстрая какая у нас схватка. А вот и наши. Да, Тимур Бежоев. Бежоев и его соперник из Донзаленко, да? Да. Красноярск. Тимур тоже долго шел к своей цели, да, всегда у него со всеми спортсменами чуть ему не хватало. Всегда в равную, не с маленьким счетом, с маленьким отрывом проигрывал. И здесь на Кубке Содружества ему удалось выиграть, да, олимпийского чемпиона Заурбека Сидакова. Вот. Уже стал чемпионом. Но все-таки в Сочи у нас проходили отборы как раз весовых категорий 74 килограмма и в 97. Там встречались у нас за выход, кто поедет на мир, два олимпийца: Абдулрашид Садулаев и Заурбек Сидаков. Чемпионами России это Алихан Жабраилов и Чермен Валиев. Но все-таки олимпийцы отстояли свой титул. Албан, счет 8-0 идет. 8-0, и... да, Тимур Бежоев берет 2 балла у нас. Да, финалы у нас, конечно. Смотришь сейчас, да, вот только сейчас начинаешь понимать. Ой, какие мощные у нас все-таки будут финальные поединки и за бронзы, да, и за золото. Всех призываем еще раз посмотреть обязательно, у кого есть возможность приехать. Вот спросить у тебя, Степан, по Хабсагаю, как в триумфе набирается? Да, конечно, бывает тоже очень много. Много, да? Да. Особенно, конечно, там на чемпионате республики, да, очень много бывает. Практически тоже полный зал всегда бывает. Так, еще 2 балла берет Тимур Бежоев. Счет становится 4-0. Кстати, летом тебе надо как-нибудь посмотреть. У нас национальные тоже игры Дыгына проходят. Это многоборье национальное. Многоборье, видел. Там огромное, мешки таскают, из лука стреляют. Да, там много всего. Там посмотришь, потом покажу. Там трибуны вообще полные. Там по 20 тысяч людей. Да, Бежоев тем временем 6. Да, уверенно, потихонечку еще делает накат. 8-0. 8-0, если 2 балла сейчас возьмет. Да. А, очень уверенно. Поединок. Лидер этого веса, да, 74. Бежоев, наверное, так можно говорить. С Анзором, да? Развели, да, их? Нет, не развели. Развели с Давидом Баевым. А, точно, точно. Давид Тут же еще Давид Баев. Да. Вот это да, 74. Интересно. А если есть у нас возможность, последний тоже можно перейти на другой ковер посмотреть. Да, пока 8-0. Албан уже когда борется. Давайте, да, вот последние секунды здесь 8-0, но... Одинаковые счеты и на С, и на Б ковре. Да, минута 20 остается. Опа, за спину сейчас проходит. Посадил, да. И 2 балла берет. Албан Аввакумов. Да, чисто техническая победа. Вот как начал Албана. Вторая, да, техническая победа Албана. Порадовала трибуны. Да. Да, очень тепло его приветствует. Молодец. Да. Уходим на ковер Б. Тимур Бежоеву тоже надо 2 балла добыть. Это не будет откладывать, он долгий ящик тоже старается сейчас
все-таки завершить эту схватку досрочно. Да, хороший проход ногу, да, и заход. За спину есть посадка. 2 балла, 10-0, чисто техническая победа Тимура Бижоева. Еще один твой друг сейчас выйдет на ковер. Да, Артур Найфонов сейчас. Против спортсмена из Республики Саха-Якутия Денис Максимов. Да. Что ну, он может сказать? Что... Нет, но все-таки молодой парень, да, Денис. Набирает, да, только обороты. Конечно, да. Для него это тоже будет большой опыт. А потом уже будет тоже интересная схватка. Я думаю, что нам надо будет остаться на этом ковре. Ну, потому что Читадзе, Роман, который, да, очень здорово первую схватку провел, будет встречаться с Али Мансури из Ирана. Угу. Тоже иранец, тоже, как мы говорили, один из лидеров тоже. В этом весе будет, да? Ну, в общем-то, у нас есть из чего выбирать, есть интересные схватки. А потом уже выйдет и... А, нет, мы сейчас переходим на ковер С, оказывается. Потому что там после схватки... Сейчас мы Б остаемся. Нет, на С мы перейдем, а там уже выйдет через одну схватку уже Виктор Рассадин, а потом Константин Капрунов. Сейчас у нас Артур Найфонов. А, Артур Найфонова посмотрим и уже переходим. И перейдем, да, Артур Найфонов. Точно, точно. Ну, Найфонов. Да, мы остаемся B-B. Пока на Б, а потом уже сразу перейдем на С после схватки. Да, мы уже, кажется, 3 часа сидим, и время летит. Время, да? Летит незаметно, когда... Такой накал страстей, такие борцы. Одно заглядение смотреть схватки. Вот Артур Найфонов. Да. Двукратный чемпион Европы, да? Он... Трех. А, трехкратный. Да. И призер Олимпийских игр. По молодежке мир выигрывал. Тоже один из самых талантливых борцов своего поколения, который сейчас, наверное, в «Зените», да? Артур. Да, но на самом деле у них еще сейчас появился в Осетии Арслан Багаев, который чемпион России 86, тоже такой очень уверенный, 23 года, вот, тоже набирает обороты. По идее, ему еще Арслану Багаеву возраст позволяет и сейчас на России, в Нарафаминске побороться. Но да. Уже на мир по мужикам едет. У нас, кстати, тоже в Нарафаминске Станислав будет с Вином будет бороться, да. Я так понимаю, Лев Павлов тоже, да, будет бороться. Да. Еще ваша. Ух ты, Денис. Молодец, балдя. Еще тоже ваше молодое дарование. В 70 килограмм вот в Якутске стал он призером. Подскажи мне. Да, понял. Тоже сейчас готовится поехать. Тоже на него, на Льва Павлова, на него большие надежды возлагает Республика. 70 килограмм. Даже с головы вылетело просто. Я понял, да. На первенстве России имеется в виду, да, медалист, да. Бронзовый. Да, бронзовый медалист, он сейчас был на первенстве России. Так, Артур тем временем набирает баллы, еще 2 балла берет. Баяновский, да. Баяновский, Владимир Баяновский, да. Тоже будет бороться. Ну, они тоже со сборной России тренировались. Надеемся, что прибавили ребята, да, и покажут себя хорошо. На первенстве мира, к сожалению, да, не удалось
зацепиться за медали, хотя все возможности были. И за бронзу хотя бы, да, побороться. Да. Но сложный очень был первенство мира в общем для всех команд, не только для нашего борца, к примеру, да. Там давайте медалей было на ковер цена Виктора Рассадина, пока перерыв есть у нас. 30. Да, кстати, на ковре цена уже Виктор, да, борется? Да, Виктор Рассадин. Ковер цена можно переключиться здесь, наверное. Все-таки уже все ясно, 8-1. Виктора посмотреть надо, да, здесь непростой соперник у Виктора, Хачатур Папикян. Если нас слышат, да, на коверце перейдем. Да, Артур Найфонов, у него отрыв большой, у него. Да, перешли, Виктор Рассадин. Должен он быть неплохой форме. Да, Виктор Рассадин уже, видите, выступает за Таджикистан. Да. Перешел он. Да, переход. В страну. Будет бороться на международном арене. К сожалению, не удалось ему все-таки успеть к пока полторы минуты, мира, смотри, да. Какой Папикян. Да. По нулям пока счет. Да, я говорю, что, видимо, этот как раз призер первенства мира. Мне кажется, не да, только... Есть хороший да, проход здорово, от Виктора Рассадина. Поднял ногу. Да. Классика, что называется. Виктор-то со скоростью всегда... Так, да, тоже максимальную оценку пытается получить. Вытягивает его да, на себя, да. Ближе к да, центру ковра. Есть дело. Посадка, 2 балла. Молодец. Работает в партере. Да, затянул на растяжку. Пытается вытянуть. Как хорошо развернул головой ковру. Трибуны сразу оживились тоже. Смотрят все на центральный. Да, есть 2 балла. Здорово, 2 балла развернул. И еще накат делает 2 балла. 6-7-0, 5-0, да, 5-0. Неплохой он должен быть. Работает постоянно. Да, Артур Найфонов побеждает. Ну, на самом деле, конечно, он рассчитывал выступить все-таки на чемпионате мира, поэтому да. Там чуть-чуть что-то не хватило, поэтому будет бороться здесь. Радость нашей публики дома. Надо себя показать, постараться выложиться. Тоже на ковре очень... Интересный борец Денислам Тахтаров. Тоже один из таких лидеров. Очень у него такие интересные схватки. Да, бросковый, да, чувствительный такой борец. Техничный тоже парень. Да. Да. Да, и сегодня полуфиналы какие у нас вечером тоже будут. Да. Они, наверное, даже интереснее будут, чем финалы, как да. Обычно бывает. Да, челлендж со стороны борца из Армении. Видимо, чтобы не засчитали, да, последний, наверное, здесь. Ну, не из рабочей зоны, что-то такое, наверное. Да. Там многовато. Виктор. И сразу после этой схватки увидим и Константина Капунова. Да. Но вот против своего же парня Кирилла Мордовского выйдет. Да, Рамиз Гамзатов на С будет бороться. Да, вот а и Загир Шахьев, кстати, тоже на С будет бороться, да? Против Мейржана Аширова из Казахстана. Тоже не так долго остается ждать. И Саид Козырык будет бороться с Кириллом Корнеевым из Кемерово.
Тоже интересная схватка. Лидер. Да, без оценки не дали. 0-3. Забрали вот этот второй накат. Который на растяжку взял накат. 2 балла есть. Да, и, кстати, на ковре А тоже. И Товшин Тулга Туменбелик отборолся, кажется, да? Тоже много лидеров боролись. Так, продолжается борьба. 30 секунд. Первопрерывно молниеносно сразу идет в атаку. Есть 4 балла. Виктора Рассадина просто легко сразу. Так, челлендж. Просит челлендж кинуть. Папикян. Еще один челлендж, да? Да. Ну да, он имеет право, потому что первый-то выиграл, я так понимаю, да? 5-3-0, да, стал? Да. И сразу же, только челлендж закончился, и сразу на челлендж перешли. Ну, всякое бывает. Не согласны, значит, с решением судьи. Главный судья здесь, на месте, Базулин здесь. Экспертное сообщество высочайшего класса, надо сказать. Угу. Вот посмотрим. Так, а проход в ноги? Нет, здесь опять спорный момент. Да. Атака в любом случае от Виктора Рассадина. Пошел он делать действие, но здесь взял на обратный спортсмен из Армении. Интересная схватка. Не зря переключились. Уже первая, да, схватка у Виктора Рассадина. Тем временем Албан Авакумов уже две технически выиграл. 4-2, да? Рассчитали. 4-2, да. И правильно, мне кажется, да, да, и обратно здесь надо тоже засчитывать. Да, 7-2 счет схватки. Скор за Виктора Рассадина. 5 баллов отрыв, но... Времени бороться еще будет достаточно. Первый период только завершается. Тем временем трибуны заполняются, друзья, в триумфе. У кого, конечно, есть возможность посетить Чугуй, обязательно приходите. Артур Константинов. Артур Константинович Константинов. Тренер, личный тренер Виктора. А, кстати, вместе мы ходили ужинать на дня. Тренер Владимир Бояновский с нами был. А, да. И Виктор Рассадин. Также он познакомился со своей супругой, меня был я у них в гостях. Тоже национальные ваши лепешки ел, там оладушки такие. У Виктора, да? Да. Ух ты, поднялся здорово, как Виктор за спину проходит, мощно забирает этот эпизод и работает в партере активно. Снова пытается растянуть соперника, но да, но у Виктора тоже опытный соперник сразу попался. С таким так не прогреешься, но все равно, как уверенно ведет Виктор Рассадин. Да, неплохой, неплохой форме Виктор. Да, ждем. Бросается в ноги. Да, 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 делает забегание. И балла. Здесь техническая победа. Да, видимо, так. 13-2. Нет, 11-2, да. 11-2, да, балла не хватает Виктору. Ну, еще времени достаточно. Минута 47. Thank you.
тоже попытка прохода. Защищается Виктор. Наверное, попытается сейчас за спину. Или, да, за ковер. Да. Здесь засчитывает один все, балл. Все, дают балл. И техническая победа. Техническая победа Виктора Рассадина. Поздравляем. На центральном ковре у нас спортсмен из Ирана выиграл. Да, что будет на полуфиналах? Да. Кстати, Рамис Гамзатов тоже выходит, но я думаю, что да, здесь он спокойно выигрывает. Потом. Ну, мы сейчас за Константином, наверное, посмотрим тоже, да? Да, посмотрим. В форме. Здесь остаемся. Дмитрий Зайнединов выходит бороться, друзья, Красноярск. Очень такой яркий, тоже бросковитый спортсмен. Очень любит он выступать в Якутске. Да. Кстати, он выиграл 1 миллион, да? Да. Была рулетка между чемпионами и выиграл 1 миллион рублей. Он также он стал чемпионом на открытии вот турнира в Мирном. Дмитрий, да? Да, про него такой даже, ну такой мини-фильм, можно сказать, сняли. Мини-сюжет. Да, да. Тоже красивые броски, чуть практически с каждым соперником. Да, сразу выталкивает. Смотри, вот прям все заряженные. Албан, да. Авакумов, да, Константин, видно прямо это сразу, какой он заряженный. Даже и Виктор Рассадин. Ну, надо реабилитироваться. Да, в этом весе. И... На чемпионате России в этом году, ну, мягко сказать, неудачно. Да. Выступили, поэтому надо. Смотрел, да, показывать. Старался тоже смотреть все встречи якутских борцов. Но этот чемпионат России неудачно сложился для вас. Надо работать. Да. У нас вроде Дмитрий Зайнединов на центральном ковре. Снова еще, да. Константин. Нагрузку сделать. 4-0. Да, есть посадка. Уже хороший отрыв. Ну, с его сборной спортсмен, наверное, хорошо его уже знает, да. Классом, конечно, выше Константин. Тоже старается набарываться, ездить на все соревнования. Да, лиги, да, подобного стал тоже призером во Владикавказе, да? Да. Ты был там, кстати, да, по-моему? Нет, я комментировал, да. Комментировал тоже, это дома, событие. Да? Еще, да, все под диктовку проходит Константина Капренова. Еще два. О, еще смотри, скрестный взял. Ух, да, ты. Есть два балла. Сейчас будет затягивать плотно, там невозможно. Он, да, сильно скрутил. 8-0. И последний, да, доводит уже 10-0. Чистая техническая победа. Пока так все, и Константин технически выигрывает, да, и Виктор Рассадин, и Албан Авакумов. Так, мы можем на ковер, да? Да, мы перейдем на другой ковер, да? На ковер С можно Рамиза Гамзатова посмотреть. На ковер А, да? Ковер А, Рамиз Гамзатов, да. Перейдем, посмотрим. Ну, здесь он уже 5-0 ведет. Да, все-таки на ковре обновленные. Да, все-таки на ковре Б тоже
Я думаю, посмотрим. Там будет Артур Дьяконов, наш парень. Представляет тоже Осетию. И венесуэлец тоже. На ковре Б, да, тоже интересная будет схватка. Там посмотрим. Да, на ковре Б давайте мы посмотрим все-таки. Рамиза, я думаю, что уже там 3 балла его догонять мы не будем. 7-0 он ведет эту схватку. Да, уже счет. Зайнетдинова посмотрим, нашего героя. И далее будет схватка с участием венесуэльца нашего. Из такого далека приехал человек, тоже посмотрим. Потом из Татарстана будет борец. И Крыма, Малик Шаваев. Тоже интересная схватка. Да, а потом Шаваев. уже Закиров и Турок тоже будет. Ну, в общем, интересные там пары тоже есть. Посмотрим. Если что, тоже всегда можно перейти, посмотреть. Мусам Тиханов, кстати, тоже с Кыргызом будет бороться через схватку. 4-0 в первом периоде провел бросок Дмитрий Зайнутдинов и удерживает пока счет. 1 минута второго периода пролетела. Там Калачев. Дмитрий Зайнутдинов ведет. Красноярец. Да, еще берет 2 балла. 6-0. Чего тоже надо что-то попробовать. 1 минута. 10 осталось. Да, это весовая категория до 86 килограммов. И последняя минута этой схватки. 6-0. Время тает, надо рисковать надо. Да, недоволен Дмитрий Зайнутдинов шунгами Талачева. 3 раза уже такое довольное лицо тоже сделал. Да, есть 2 балла. Пытается сделать нокаут. Да, есть нокаут. 10-0. Чисто техническая победа. Держим наших гостей, да? Да. С дальних стран. Венесуэла выходит. Да. Педро Франческо. Педро Франциско Сибалес Фуэнтес. Да. Непростая для русского уха, да, фамилия. И Артур Дьяконов. Спортсмен с Перу уже проиграл. Пока у нас без баллов. Нет, равная схватка. Разведки проходит 1 минута. Сибалес
стал сейчас перевести соперника, выйти за спину. Арбитр вмешивается и просит более активно побороться. А, и здорово. Здорово, как сейчас. На 4 балла бросок. И венесуэлец. Чистая победа, да. Да, такая победа, да. Гостя нашего. Да, не зря мы эту схватку выбрали, да? На промокашку, да. Поймал. Да. Сделал бросок. И победа на первой минуте, да. Можно, на второй минуте, да. Вот посмотрим, вот он поймал. Да. Есть промокашка. Поднял руки, да. Все. И без шансов. На лопатке. Да, здесь у нас сейчас Малик Шалаев будет, Кабардино-Балкария.